Всем еще раз привет. Я собираюсь в садик идти. Хотела показать, какой вкусный муж сварил борщ. Смотрите, какая вкуснота. Вот такой вот борщ у меня муж варит. Целую большую кастрюлю. Ну, а я сейчас бегом одеваюсь и бегу в садик за мелкими. Кроме меня, потому что никто в садик больше не ходит. Ну, не хотят. Поэтому только я хожу в садик. Ладно, одеваюсь, а то я сейчас на автобус опоздаю. Всем хорошего дня. Все, бежим в садик. На автобус и едем в садик. На улице хорошо, тепло. Но не сильно, что-то ветер поднялся, мне кажется. А так, в принципе, классно. Ладно, идем. Пришли мы уже с садиком. Маша чайник поставила. Маша, что ты попросила сделать? Майонез. Сейчас будем делать майонез. Ребенок хочет суп поесть. Значит, надо майонез сделать. Что-то у меня все лицо пятнами пошло. В чем причина, понять не могу, ребят. Прям пятнами все лицо. Смотрите. Сладкого ничего не ем. Вообще ничего такого лишнего стараюсь не есть. И вот у меня... Сомнения скрадываются, что у меня на таблетке, которые мне назначили, вот такая вот ерунда. Потому что до этого-то ведь не было у меня. Напишите, может, нет, вот те, которые мне назначили, на них быть такая реакция. Ну, это что такое? Все лицо прям в прыщах. Ладно, сейчас ребенку сделаю майонез, пусть садится, кушает. Ну, показывать, конечно, я это не буду, потому что всем это уже надоело. Сделала майонез, полбаночки сегодня сделала. Я уже поняла, как на что половинку делать. Масло просто растительное заканчиваю. А, Маша, ты будешь налаживать на майонез? На ложку тебе. Наложи сначала майонез, сколько тебе надо. Мы с Машей покушать решили. Еще будешь ложить? Густой сегодня опять получился. Очень густой майонез. Но сегодня я лимон не добавила, у меня лимон закончился. Без лимона. С горчицей тоже закончилось, надо будет купить. Тут есть, конечно, другая горчица, но вот с этой горчицей я делала. Слушайте, вкус вообще невкусный, поэтому я эту горчицу не ложу. А покупала вот такую вот горчицу. Красная цена. То ли в Магните, то ли в Пятерке брала, не знаю. В Магните. В Магните это? Ну, факт то, что такое брала горчица. Вот с этой горчицей получается вкусно. Майонез. А вот с той горчицы не очень вкусно. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли кушать. А мы идем гуляем по Москве. Короче, ребята, мы идем за салом. Потом дома все покажу и расскажу. Ну и по пути в магазин зашли. У меня дома масло растительное закончилось. Последнее на майонез потратила. За одну туалетную бумагу купили и деткам печенье. Короче, все дома покажу, что я рассказываю. Ладно. Пойдем заберем и все. И домой быстро, чтобы на автобус успеть, поедем. Все, забрали сало. Едем домой. Ну и тут покупки покажу дома. Иду, ребята, домой с автобуса. Муж уже ушел. Я заходила, соль еще купила, чтобы мне сало засолить сразу. Но муж сам будет солить, я не буду солить. Пусть сам солит. Я сейчас иду домой, да еще попкорн взяла деткам, а не с сыром. Тут мы как-то брали, им понравилось. Поэтому опять купила. Ну, недорого, пачка 23 рубля, а дети довольны. Ладно, тут уже темно, иду домой, дома обзор покупок покажу. Так, все, приехала я, ребята, с города. Сходила я в магазин там, мы покупали. Так, что я купила? Масло. Молоко это я предыдущим раз ходила, короче, в магазин брала. В этот раз взяла масло, потому что сегодня на майонез потратила последнюю, которую муж покупал. Закончила с маслом. Потом детям взяла попкорн, две пачки. У нас здесь по 23 рубля с сыром. Купила три пачки соли для того, чтобы сало солить.
туалетную бумагу 3 штучки взяла, купила горчицу для майонеза. И вот такие вот палочки хрустящие со сгущенкой взяла по акции 62 рубля будет. Вот такие вот. Так, дальше. И что мы привезли? Привезли мы сало. Тут 8 килограмм. Это у мужа брат нам дал сало. Вот привезли. Вот такие вот целые у меня покупочки были. Муж сало достает, чтобы размораживалось. А потом будет сам солить. Слушай, какой кусок хороший. Да? Это все, что ли? А это что, это не сало? А это внутреннее? Мне кажется, это не сало. Нет сала, Владик. Внутренний жир. Его можно будет растопить, по идее. Ну, вот такие кусочки. А там чудо. Всем добрый день. Доброе утро, да. У нас время 10 часов утра. И мы поедем сейчас на Масленицу. Девчонки, вон уже к дороге бегут. Ждем, когда за нами заедут. Повезу ребятишек на Масленицу. Сегодня встала, опять горло болит. Ну ничего. Раз дети хотят на Масленицу, значит едем. Ой, на улице хорошо, минус 10. Утром было вообще минус 15. Ладно, всех с праздником. Да, Тайсон? Всех с Масленицей. Ну, а мы поехали. Все стоим, ждем, да, Оксана? Куда пошли, девочки? Потом я не буду за вами бегать. Сейчас подъедет машина и поедем. Все стоим, ждем. У нас вот эта вот теплотрасса задалбливает. Из-за нее у нас, сейчас я вам покажу, что у нас творится. У меня упало, во-первых, вот это вот сиденье. И у нас вот здесь образовалось дырение, с которой идет пар. Если они меня видят, может, что-то сделают уже, в конце концов. А то у нас скоро забор рухнет вот из-за этой теплотрассы. Это вообще какой-то ужас. Катя, Маша! Девчонки туда ушли. Утопали смотреть машину. Они машину пошли смотреть. Едут или нет. Оксана, довольна? Угу. Куда ты сегодня едешь, расскажи. На Масленицу. Так тебя не слышно. На Масленицу в школу. Да. На Масленицу в школу едут. Вот так вот. Ладно, стоим, ждем, то у меня рука замерзла. А теперь прошу помощи определить пол котенка. Фото прилагаются. Мы все думали, что у нас мальчик, но оказывается, видимо, у нас девочка. Жду ваших ответов.